Всем привет, наши дорогие зрители, дорогие подписчики. Я приехал в район Оба. Нашел тут несколько квартир в одном проекте, который подходит под гражданство Турции. Итак, они очень просторные. Тут 3 плюс 1 и 2 плюс 1. Да, здрасте. Так, расстояние этого проекта до моря 450 метров максимум, до воды. Отмерял по карте Google. Выходите из этого здания и сразу идете к морю, прямая дорога. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, маркеты и тому подобное. Квадратный метр вы сами увидите, и я ничего не говорю. Продает инвестор, который раньше покупал эти квартиры. И сами оцените. Давайте посмотрим. Цены у меня в руках, которые я потом покажу вам. Это первый дуплекс квартира. Тут на пятом этаже у нас две двухуровневые квартиры. Одна эта и одна напротив дверей этой квартиры. У нас открытая терраса. Вид на горы. Сторона здесь восточная. В той стороне море. Вид на горы. Рядом есть парк. Ну, вид неплохой. Здесь лицей или школа. Так. Входим в квартиру. Ну, здесь мансард. Вот. Так идешь, так поворачиваешь. Итак, здесь 3 плюс 1. Это первая спальня. Как минимум 16-17 квадратных метров. Лазерным измерителем я измерил другие квартиры, дуплекс не успел. Первая просторная спальня. Здесь большой санузел. Джакузи. Вторая большая спальня. Косый потолок. Здесь тоже 17 квадратных метров. Третья спальня. Здесь как минимум 20 квадратных метров. Или 22. Приходится порой отмерять. Давайте вместе отмерять, чтобы понимать, сколько там. Так, точку увидели. 1. Нажал. 6,6 туда. И 1. Дорогие зрители, 25,5 спальни. Вид из этой спальни на горы. Давайте еще здесь отмерим, чтобы понимали, сколько в дуплексах спальня. Раз и два. Не получилось. 21, я 17 говорил. 21,5. И тут. Двадцать с половиной. Все понятно. Здесь уже побольше. Брутто написано тут 180 квадратных метров. Жилая площадь 140 квадратных метров. О, огромная гостиная, совмещенная с кухней. Футбольная площадка. Там
Ой-ой-ой, что это такое? Сейчас отмерим. Дорогие зрители, 76 квадратных метров. Вау! Ну, я уже оценил. Я впервые вижу такую гостиную в дуплексе. Балкон. Требуется, конечно, ремонт. Это все обсуждается. Закрою двери. Идемте. Ого. Прихожая где-то один с квадратных метров отмерял уже. Тут санузел. Можно поставить душевую кабинку в эту часть. Вот. Форточку тоже не забыли. И еще одна спальня. Я одно не понял. Здесь наверху же было три спальни. Это четвертая. Это 4+1. Здесь ошибка у них. 4+1. Так, надо напомнить. Посчитали мы комнаты. Это одна спальня. Наверху было три спальни. Еще как гостевая часть. У них даже 4+2. Да, 4+2. Балкон. Еще два балкона, это второй. Наверху еще терраса. Вот. Там парк. Итак. Это гостиная. Наверху гостевая часть. Вот куда я поднимался. Давайте вместе еще раз поднимемся, чтобы самому получше. Так, считаем заново. Первая спальня, вторая спальня, третья спальня. Это гостевая часть, как тоже как гостиная, скажем, верхнего этажа. И четвертая спальня внизу. 4+2, почти шестикомнатная квартира. И здесь тоже можно отделить 75 квадратных метров. Идемте дальше. Ага. Это была квартира 18. Вот. Это другая квартирка у нас. Планировки, наверное, разные. Прихожая большая. Здесь этот санузел. Спальня где-то 20 квадратных метров. Балкон. Эта сторона у нас уже северная. Восток и север. Восток там, север тут. Так, вот, симметрично, то же самое, 75 квадратных метров, вся гостиная совмещенная с кухней. Ё-моё, папа звонит. Так, выйдем на... А-а-а. Цена у этой квартиры подороже почти на 3000 евро, понятно. Вид на крепость Алании. Вид на парк. Вот этот парк. Смотрите, красивый вид. Вид на крепость Алани, которая у вас не закроется. Вид на горы. Вид на меня. Так. И здесь балкон. А я почему-то в сторону в первую очередь начал снимать. Обязательно посмотрите до конца. Внизу такие квартиры хорошие.
прямые 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Большие. А, подождите, наверх надо подняться. Одна спальня тут. Поднимемся наверх. Тоже симметричная. Деревянные лесенки. Здесь тоже самое. Угу. Свет надо еще отключить. Вторая спальня. 25 квадратных метров, что ли, было. Давайте это отмерим. 4 метра. 26 квадратных метров жилых. Здесь гардеробная. Сюда ставится стиральная машинка. А у этого планировка по-другому. Здесь санузел с ванной. Угу. Тут у нас третья спальня. Так, раз, два. Тоже 26 квадратных метров. Ой, ё-моё. Ё-моё. Мама звонит. Так. Все звонят, хотят купить. Здесь где-то что-то протекло. Нужно отремонтировать. Вид на горы. Так. Так. И... 21 квадрат, 20 квадратных метров округлён, 20,6. Идемте дальше. Что еще тут? 4 спальни. Гостиная совмещенная с кухней, она 75 квадратных метров. И вот здесь тоже где-то есть, наверное, 30 квадратных метров. Верхний этаж, вот это все. Терраса. Большая. Потрясающий вид на горы. Видно крепость Алания и кусочек моря в той стороне. Парк. Вышли, детишки погуляли. Все, спускаюсь, показываю вам прямые квартиры. Это самые-самые интересные квартиры. Это тоже интересное. Ну, если у вас большая семья или вы друзья, там две большие семьи, можете купить. Будете соседями. Одна семья там, одна семья тут. Вот так. Отключим счетчик. А то киловатт электричества цены подняли. Тут есть бассейн, есть лифт. Там я закрыл, тут я закрыл. Спускаюсь вниз. Темнота, друг молодежи. Итак. Прямая 3 плюс 1. Брутто здесь 150 квадратных метров. Жилая площадь 120 квадратных метров как минимум. Только прихожая показываю. Прихожая как одна большая спальня. Так, отмеряем. Отмеряем. Шестнадцать квадратных метров. Здесь еще. Ну, 16 с этим уголком, скажем, что 14 или 13 квадратных метров. Только прихожая. Включим счетчик. Да будет свет, сказал Ахмед и вырвал. Провода. Да. Санузел. Первая спальня, она хозяйская, с санузлом. Сейчас я отмерю. Мне очень понравилось планировки квартир. Так, есть кондиционер. 21 квадратный метр спальня. Санузел. Угу.
Итак, вторая спальня. Семнадцать квадратных метров. Есть балкон. Проекту 16-17 лет. Между ними. Тут вроде новостроек очень мало. Убогёль даже, скажем. Балкончик, вид с балкона на парк и, конечно, на здание. Куда еще деваться? Места не осталось, изменим часть. Итак, вторая спальня и третья спальня. Я здесь не отмеряю. Здесь где-то 2 квадратных метра. Так. И так. 12 квадратных метров. Вот только вот отсюда туда. А здесь просто вход, скажем, 2 квадратных метра. И у нас гостиная. Здесь у нас установлен ламинат. Только в гостиной совмещен с кухней. Есть холодильник БКА++. Посудомойка. И видите, да, плита, вытяжка тоже есть тут у нас. Видно соседнее здание. Так. Мячик в подарок. 50 долларов. Оставлю для вас. Так. Отмерим гостиную. Ролик будет длиннее, что поделать. Хочу реальные квадратные метры вам показать. Отсюда сюда измерим. 31 квадратных метров. Жилых, скажем, 30. Общая, живая. Застекленный балкон. Балкон большой. Здесь тоже где-то 14 квадратных метров. Или больше. Вот. Итак, давайте начнем, чтобы не путать вас. Цены. Значит, верхняя квартира 17-я, которая была на крепость Алани на горе. Цена 145 тысяч евро. Это была восточная и северная. Квартира восточная, которую я первой снимал, цена ее 142 тысячи евро. Сейчас я снимаю 15-ю квартиру, 3 плюс 1, она прямая, стоит 142 тысячи евро. У всех квартир есть скидки. Звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. Мы обсудим. Также под гражданство подходит. Можете купить 2 квартиры и сразу получить турецкое гражданство. Но налоги сами будете оплачивать. Это цены без налогов. Адвокаты все там помогут в этих делах. А также я сейчас покажу вам квартиры за 120 тысяч и за 115 тысяч евро. Там внизу у нас 2 плюс 1, 7 квартира, 140 квадратных метров брутто, но жилая площадь 120. 3 плюс 1, 150 квадратных метров, тоже стоит 120 тысяч евро, но первые этажи, здесь вот такая цена, тоже подходит под гражданство. Супер! Редко можно найти сейчас квартиру под гражданство. Смотрим до конца. Итак, спустился я на второй этаж. Прихожая. Включаем счетчик. Так. Прихожая, вы уже увидели, где-то 16-17 квадратных метров. Планировка у всех по-другому. Здесь санузел, живая кабинка, стекло, так, первая спальня, 2 плюс 1, планировку, отмерим,
17 квадратных метров. Балкон. Такой же, идентичный другим балкон. Вид с этого балкона. У нас с той стороны бассейн открытый. Ого! Огромная гостиная комната. Это для тех, кто ищет 2 плюс 1, трехкомнатную или двушку, как вы говорите. 34 квадратных метров, только вот без этой части. Вот отсюда туда. И еще здесь добавить 5 квадратных метров, ну где-то 38-39 квадратных метров чистых. Район Олбахджоэль, он близок к центру города. Это не Махмутлар, не сторона Кыркыджака. Вот балкон. Тут в основном европейцы проживают в этом районе. Открытый бассейн. Генераторов у многих вообще нету, потому что здесь редко отключают электричество. Большая. Так, и у нас включись, ты тоже включись. Вторая спальня. Так, 20 квадратных метров. Видно? 19,855. Санузел. 2 санузла. И все. С этой квартиры спускаемся вниз. Это квартира номер 1. 3 плюс 1. 120 тысяч евро. Также тут противоположно есть другая квартира, она 2 плюс 1, тоже цена здесь 115 тысяч евро. Минимальная цена 115, максимально 145. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 квартир на продажу в одном здании от инвестора. Так, туда я потом пойду, сперва покажу. То же самое, прихожая у нас большая, спальня тоже большая. Также балкончик. Это именно не цокольный этаж, а на высоте от земли. Вот. Скажем, первый этаж. На первом этаже у нас покупают, говорится, пожилые люди. Итак, а также те, кто боятся высоты. Спальня. Один с квадратных метров. Вторая спальня, но поменьше. Это побольше. Не звонят. Так. Здесь у нас гостиная комната. Тоже у нас люксер. То же самое. Здесь 38 квадратных метров. Балкон застекленный. Смотрит на парк, на деревья и на эту дорогу. Санузел я вам показал, кажется, или не показал. Еще раз посмотрите. И здесь у нас спальня. Есть кондиционер. Покажем кондиционер. Вот. 20 квадратных метров.
и санузел. 3 плюс 1 за 120 тысяч евро. Район Обагёль. А там у нас... Так. Включай счетчик, закрывай двери. Проходим сюда. Ага. Вот такая прихожая. 2 плюс 1. Она побольше. Здесь включен. Здесь включим. Санузел. Здесь 140 квадратных метров. Брутто, но жилая, то 120. 2 плюс 1. Ого. Эта спальня побольше. Итак. 25 квадратных метров. Прихожая тоже побольше. 14,5 квадратных метров. Спальня. Семнадцать квадратных метров. Балкончик он одинаковый, вид такой. О, бум! Как так хорошо строили в те времена. Сейчас нигде не найдешь такую планировку. Значит, от этой стены до того 34, и здесь где-то у нас 8 квадратных метров. Так, это так. И так. 47 показала, но 42. 42 квадратных метра. Выход на балкон. Вид на бассейн, на территорию. Здесь сторона восточная. Я покажу вам дорогу до моря, и там мы с вами попрощаемся. А то ролик уже 27 минут, вы все устали. Я тоже устал. Редко снимаю большие ролики, но много квартир. Я думаю, что успел быстро снять. Покажем лифт вам. Вот такой лифт. Вместимость 3-4 человек. Выходим. Смотрим у нас здесь. Как? Что? Лесенки. Пандуса нету. Там бассейн вы уже видели. И выходим. Так, дорогие зрители, море-то у нас в той стороне. Тут вот парк. Семьи отдыхают. Киски отдыхают. И я отдохну. Дорогие зрители, пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Эти квартирки как раз и подходят под гражданство. А также они просторны. Можете одну купить, просто пожить, покайфовать в этом районе Оба. Одно из более востребованных районов именно европейцев. С вами был Агаси из солнечного лайнера район Обагёль. Всем пока-пока.